Здравствуйте. Приехала долгожданная посылка. Открыли мы ее на почте, дабы проверить, что в ней приехало, то или не то. Распаковывать буду и рассматривать уже непосредственно дома. Значит, посылка шла от интернет-магазина «Мыло Опт». Шла она ко мне 2,5 недели. Все лишь почему так долго, а потому что, связавшись с оператором, мне сказали, что мои такие прекрасные вещи готовятся в магазине на заказ. Это молды. Молд силиконовый мягкий квадрат. Я его нигде больше не нашла, кроме как интернет-магазина «Мыло Опт». Стоит он в пределах, по-моему, 65 гривен. Накладная, мы сейчас посмотрим. Вот такой молд для мыла. Для мыла взяла. Ой, пакетик. Такой пакетик. Я подрала немножко. Ой. Так. Вот так вот оно все приехало ко мне. Значит, вот в такой коробке смешной из подмороженного орудия. Ну, не важно. В такой коробке. Ребят, свои коробки еще не сильно выпустили много. Так, значит, давайте смотреть. Это молды, из-за которых все было так долго. Значит, где-то еще должен быть молд. Молд, молд, молд. Вот такой вот первый. Вот. Это я проверяла на почте. Все было красиво, все чутенько. Значит, это молд из такого тугого силикона. Значит, температурно можно про него почитать, можно в высоких температурах, в низких и прочее. Это должны были быть шарики. Конечно, это не шарики, это полусферы. Но не столь важно, будем пользоваться тем, что есть. Не дочитала я просто отзывы о нем. Ну, вот так вот. Из-за этого задержка была в посылке. Посылку я оформляла наложенным платежом, за что пришлось мне немножко переплатить. Но так как заказывала первый раз, сталкивалась с другими магазинами, которые были не совсем порядочными, прислали не то, что есть, и низкого качества, поэтому решила здесь заказать наложенным платежом, ну, дабы в случае чего вернуть. Вот. Ну, все меня устроило. Распаковав на почте, я поняла, что именно то, что я ждала. Вот, значит, как познакомилась с этим магазином? Искала силиконовый квадрат. Нашла здесь, только здесь. И искала я, о, как раз он в руки и попал, гидролат ладана. Нашла только на этом сайте. О, при просмотре, да, вот посмотрим поближе. И розмариновая вода, и еще роза. В общем, была задумка найти ладан. И я его нашла именно здесь. Мыло Опт. Все прописано. Смотрите. Ой, замечательно как. Да, смотри, срок годности есть. Производитель есть. Литраж есть. Все, смотрите, вообще супер. С картинками. Все так оно интересно, замечательно. Значит, ладана, ладана. Кстати, по поводу гидролатов. Ребят, реально, это единственный магазин, который с такими ценами. Смотрим. Гидролат ладана покупала. Вот он, смотрите, накладная. Все. Откуда, куда, почем. Адрес, сумма. Скидок, естественно, у меня здесь нет еще пока, потому что первый заказ. Гидролат ладана. 12,40. Чтобы вы понимали, вот такая розмариновая вода. Вот такую я розу брала в других магазинах. Не буду делать рекламу им. Тут 50 мл. Я брала 70 мл. Единственное, что было, флакон с дозатором. Но он не столь важен, потому что когда постоянно покупаешь гидролаты, их накапливается множество, большое количество, и не знаешь, куда их и выкинуть жалко, и подарить-то, собственно говоря, уже никому. Поэтому ищешь уже попроще флаконы. Ну, дабы еще что-то сэкономить надо. Вот. В 6 раз дороже. Ребята, в 6 раз дороже в других магазинах. Здесь в 6 раз дешевле. Будем пробовать качество. Про качество ничего не могу сказать. Ну, вот, и пока не пройдет время и не узнаешь. Вот такие банки заказала. Банки отдельно с крышками идут.
Красители. Краситель. О, ребят, смотрите. Еще такая история. Адрес. Адрес магазина. Плохо пропечатан, но тем не менее его не скрывают. Плохо, плохо, плохо. Не скрывают. Даты, все, все есть. При хорошем рассмотре, конечно, можно придраться, тут почитать, откуда. Скременчук. Да? Да, наверное. Ну, в общем, такое, конечно, таких этикеток я не встречала в других магазинах. А мыло Опт себя вот так вот... Нет, не себя, нас так вот балуют такими вот вещами. Так, это по поводу того, что я нагребла, набрала, извините, для мыла варенья и для кремов. Мыло варенье, по поводу мыла. Вот так вот. Это мыло, все промаркировано, все абсолютно, дата, изготовитель, мыло нарисовано, брусочками нарезано, в пленку упаковано. Так. Пленка упакована, белое и прозрачное мыло. Англию в этот раз попробовать решила. Значит, вот еще вот такие вещи приходят в термопакетах. В зип-пакетах, извините, термопакеты. Вот они для мыла, термопакеты. В зип-пакетах. Все четенько, ничего не просыпалось, ничего нигде. Все хорошо закрыто. Флакончики все абсолютно с красителями. Переживала, что потекут. Ничего, нигде, никак. Вообще все супер вообще. Так, это еще одна банка. Это что у нас? А это глиттера. По поводу глиттеров. Если есть возможность заказывать в банках, заказывайте в банках. Бо, когда вы заказываете в зип-пакетах и их насыпают, происходит, тут не видно. Все тоже промаркировано вообще. Тут до мелочей все. О, смотрим. Вот тут вот хвостики остаются недосыпки. И кому очень важно, вот это вот все, потом все грязное. Ну, баночки-то я попротираю. Мыло хорошо упаковано, поэтому для меня это не принципиально важно было. Поэтому все хвостики остаются запачканными. Абсолютно ничего не просыпалось. Все равно герметично захлопнули, закрыли, и все, оно вот так доехало. И масло ши. Значит, масла, по-видимому, они приходят вот так вот. Видите, вот в такой банке все закрыто. Никто мне сюда пальцы свои не засовывал, не нюхал, не пробовал. Все, вот такое вот оно масло ши. Тоже улицу тут указали, телефон, номер, Кременчук все-таки это... Полтавская область, адрес Украина, все, вообще, вообще супер. И накладная, пожалуйста, все с ценами. Бегло могу показать, что почем и как. Красители по 10 гривен, масла в пределах 20 гривен. То есть цены очень приятные. Ну, вот просто. Консультируют в магазине. Я не могу сказать, что прямо супер. Обратная связь у них есть. Причем они реально отвечают на электронные письма. Потому что при заказе я попала на праздники и писала им на почту. Они мне отвечали, что тоже очень мало магазинов таким образом работают. Конечно, про каждую продукцию мне не проконсультировали. Меня интересовали другие позиции. Масло Усьма я хотела. В общем, на сайте у них есть отзывы. Обязательно их читайте. Обязательно. О, хвостик треснул. Ну, все запаяно, просто он треснул. Ну, ладно, перезакрутили. Вот. Обязательно читайте отзывы. Пускай это стоит не так дорого, 10 гривен, но это 10 гривен, это ваши заработанные деньги. И дарить их просто кому-то не надо. Читайте, вычитывайте, спрашивайте, консультируйтесь, не стесняйтесь. Магазин реально работает. Очень приятно. Все здорово. Вообще буду заказывать, конечно, я безусловно еще. Уже в корзине в магазине лежит. Адрес на магазин я оставлю в ссылке под описанием. Приятных вам покупок и хорошего вам дня, вечера или ночи. До свидания.